Семейный творческий подряд. Пять сестер и все рукодельницы. Жительницы Автозаводского района, сестры Искаковы, неразлучны. Но держат их вместе не только семейные узы, но и невероятная любовь к творчеству. Подробности у Александра Алешина. Выйдя на заслуженный отдых, все пять сестер Искаковых занялись творчеством. Старшая Анна Семеновна – идейный вдохновитель, все остальные сестры ей активно помогают. Вот этот парусник сделан из обычной газеты. Тонко-тонко-тонко сворачиваем, а потом закрашиваем вот так. Бумажная лоза. Из этой лозы плетутся все изделия, начиная с корзин. Сначала начинала корзины плести, а потом думаю, дай-ка я попробую вот это сделать. Да ничего трудного нет. Все сделается очень просто. Только думаешь, ну как начать, с чего начать. Вот и все. Мельница с секретом. Все сделано из трубочки. А если поднять вот эту крышку, то там можно поставить сувенир. А вот эти вот все произведения искусств, это все из теста. Обычное тесто. Из теста сделано. Хорошая бутылочка. Виноград. Очень красиво. Самым необычным вещам мы продаем вид. Красивый вид. Вот невеста в красивом белом платье. Но это шампанское там. Вот. А это жених тоже шампанское там. Но они красиво смотрятся. Вот это я из мусорки взяла пенопласт. Он валялся. Я думаю, да я произведу дело. Вот сделала японскую технику вышивания. У нас у рукодельниц ничего не выбрасывается. Каждая тряпочка, каждая бумажечка, все идет в дело. Потом начала заниматься лентами. Картины делаю из лент. Лент очень много уходит сюда, на картину. Вот это вот каждая эта вот точечка, она... Лента идет, и на один куст сирени 7 метров уходят ленты. Все очень красиво, и такая трудоемкая работа, но у нас стоит этого. А это сделано из капрона, из капроновых колготок. Мы были с сестрой в Иерусалиме на Святой Земле, и там очень красивые евреи. Мне очень понравился еврей. Думаю, дай-ка я себе соображу, сделаю из колготок этого еврейчика. И он... Понравился мне, голова вертится, руки вертятся. Все, он делает, видите, руки поднимаются. А где вы встретили повара, на какой земле? Просто задумка. Вот, глаза сделала из пуговиц. Лицо это капрон, капроновые колготки. Вот видите, у него даже там шерсть, он видна. Где ее взяли? Из старых кукол. Творчество. Нас всех объединяет радость жизни. Такое счастье, такое вдохновение. И стараемся, вот нам старшая сестра вот это все дала. Мы видим, а мы стараемся своим детям это все показать. Я забываю про головную боль. Я забываю даже пойти позавтракать, пообедать. Я не видела, как прошла зима. Понимаете, я всегда за делом. Мы все дружные, и когда надо, придем поможем. Когда надо, все скажем, все сделаем, подскажем. Это самое главное. Так и научили нас наши родители. Дружить, помогать друг другу, в любое время быть начеку. Чтобы были всегда вместе. Мама говорит, 5 пальцев, 5 детей. И что не тронь, который палец, это говорит, все, каждый ребенок. За всех, говорит, надо быть только вот в кулаке все держать.